Пляжный волейбол пришел в Уссурийск чуть позже, чем в другие города края. Плохая погода не позволяла начать игры раньше. С решительным настроем местные команды встретили гостей на турнире. На площадках сыграли молодежные составы и ветераны. В этом году мы собрали 11 пар ветеранов с городов и сел, наверное, да, Приморского края, и 10 команд мужских. К нам приехали гости с Арсеньева, с Михайловки, ну, остальная масса наши ребята. Пляжный волейбол – это игра 2 на 2. Замен нет. Но командам в каждой партии разрешены тайм-ауты по 30 секунд. Те, кто записал две партии на свой счет, считаются победителями. Турниры – это всегда интересно. Это встречи с друзьями, встречи с волейболистами. А ветеранские турниры – это еще гораздо интереснее и душевнее все происходит. Ездим по городам. В Уссурийске впервые я на этом поле. Очень нравится организация. Спортсмены в этом виде волейбола должны быть выносливее. Двигаться приходится не по ровному паркету, а по песку. Матчи на свежем воздухе непредсказуемы. Погода может подарить палящее солнце или сильный ветер и дождь. В дни турнира в Уссурийске было пасмурно. Но спортсмены радовались. Солнце не печет и в глаза не бьет. А легкая морось охлаждает тело во время жаркой игры. Молодые волейболисты играли на поле возле 32-й школы. Площадкой довольны. Особенно впечатлены гости турнира. Ощущение от песка великолепное. Он гораздо лучше, чем у нас в Арсеньеве, я бы сказал. Его структура, его количество, его, скажем так, и другие характеристики. В нем просто как вот на море. Вот не хватает, наверное, только его. Ну, можно так на мгновение представить. Песок отличный. Организация прекрасная. Турнира. Среди молодежных команд уссурийцам удалось занять призовые места. Дмитрий Власов и Олег Дырдин взяли бронзу. Алексей Коротич и Сергей Романюк на первом месте. Лучшими среди ветеранов стали уссурийские пары Черков-Присягин и Ярметов-Черняк. Екатерина Рехтина, Сергей Флоренцев, Телемикс.